На конкурс дети читают стихи, прозвучит стихотворение «Мы победим», автор Леонид Вилкомир, прочитает Жмаева Ангелина, 6 лет, город Златоуст, детский сад номер 4. Леонид Вилкомир, мы победим, мои слова, моя над миром синева, мои деревья и кусты, мои сомнения и мечты. Пусть на дыбы стоит земля, попит и злобствует и гонит, меня к своим ногам не склонит. Как бурым мачты корабля, я буду жить, как я хочу, свободной птицей взлечу, глазам открою высоту, в ногах травою прорасту, в пустынях разольюсь водой, в морях затрепещу звездой, в горах дорогой пробегу. Я человек, я все смогу.